Красота и здоровье. Забытый секрет красоты и здоровья. Что удивительно, но морковь является незаслуженно забытым секретом красоты, здоровья, молодости и долголетия. По содержанию каротина, который в организме трансформируется в витамин А, морковь занимает лидирующую позицию среди других фруктов и овощей. Много в данном овощи и железа, марганца, различных витаминов, фосфора, калия, магния, а также йода. Имеются в нем и такие важные для организма компоненты, как физиологически активные вещества, а также эфирные масла. Немаловажно отметить и тот факт, что в вареной моркови полезных веществ гораздо больше, нежели в ее сыром виде. Данному овощу свойственно оказывать на организм всестороннее терапевтическое действие. Так, к примеру, тертой моркови морковному соку присущи общеукрепляющие свойства. Данным продуктам свойственно восстанавливать обмен веществ, очищать кровь, улучшать работу практически всех внутренних органов, а также выводить из организма вредные вещества и токсины. Морковь способствует активации и окислительно-восстановительных процессов, которые происходят внутри клеток. При ее употреблении отмечается значительное повышение уровня антиоксидантов в крови, что в свою очередь помогает укрепить иммунитет, снизить до минимума риск развития злокачественных новообразований, а также усилить рост здоровых клеток. Этот же овощ используют при расстройствах зрения, воспалительных процессах в области ротовой полости, а также заболеваниях кожного покрова. За счет наличия в моркови большого количества витамина А, его нередко именуют одним из самых важных средств народной косметики. Регулярное употребление морковного сока сделает вашу кожу здоровой и придаст ей красивый оттенок. Используйте морковь, забытый секрет красоты и здоровья. Нажимайте на кнопку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.